Всем привет, ребят. Ну что, сегодня продолжаем дальше трешивать. Наконец-то мы закончили с древним зеленым хранителем. И, в принципе, дальше уже идут полегче древние испытания. Вроде как бы полегче. 30-е мы прошли. Так, где мои древние? Вот они. У нас дальше идут светлые. Против них надо собирать зеленые пачки. В принципе, они более легкие, более проходимые, но опять же это не точно. Так, кого мы сюда возьмем? Попробуем. Возьмем Буки, Купидона опять же возьмем. Вот такой вот у меня теперь Купидон. Ара. О, Анубиса берем, как обычно. Вонина не знаю, смысла особо нет. Но можно будет потом как-то с ним попробовать побегать. Дерево, Бигфут, Седна, так, Некрос, тыковку мы потеряли, ну поехали попробуем хотя бы без тыквы, посмотрим, что с этого хотя бы вообще получится. Так, интересно. Ну, как видите, здесь попроще, здесь даже видно, что герои выживают намного лучше, чем предыдущих. Там просто жесть. Тут без тыквы, в принципе, мы сейчас налегке практически ее затащим. Конечно, тут есть хранители, которые мозг могут поколупать, но опять же на хранителях можно хорошо разогнаться. Вот посмотрите на Огника. Для Огника это просто в кайф. У него тут получается пониженный урон, ну конечно он тут не выживет, но посмотрите, разница заметна. И у нас причем смотритель даже не тот активирован. Вот это я нуб. Однозначно друид сейчас затащит. Ну, то есть без тыковки есть шансы, даже без разгона тут тоже нормально пройти. Конечно, нужно будет позаморачиваться сейчас. Ну, попробуем. Что нам? Куда нам спешить? Без донатного аккаунта. Я, конечно, пошутил, но я с тыковкой хочу проходить это все. Так, поэтому убираем отсюда нафиг Фрейю. Ставим тыковку. Теряем бонус, убираем отсюда. И бегаем. Хотя, в принципе, можно и Ронина поставить, но надо Ронина будет другого взять. Вот так вот. Поехали. Let's go. Тыкву мы просрали сразу же, причем. Не знаю, ли она сейчас успеет разогнаться. Вообще печально все, как видите. Ну, ужасно, в общем, все. Все очень и очень ужасно. Пробуем. Бигфут есть? Да, Бигфут есть. Сейчас попробуем на хранителя. Не, хранитель включился, да? Да, включился. Ну, ладно. Не сдаемся. В общем, не сдаемся. Так, тыковка есть, разгон есть. Вроде сейчас получше. К нам идет другой хранитель. Я все тут. Тут должны уже затащить. А может и нет. Ну, да ладно, если бог грома сейчас затащит с леди лево, это просто будет жестко. Ну, Огник, давай решай. Смотрите, леди Лео, блин, она сейчас походу еще и убьет их. Не, походу не судьба ее бить. Так, не крыло. Так, 31-е есть, поехали сразу же. 32-е. Что тут у нас, где тут хранители у нас? Рядом есть хранители, нету, есть куча автопрокеров, пофиг.
побежали, начнем с Вольта, хоть он у нас сейчас там половину героев, возможно, просто унизит, а возможно и нет. Так, ну тыковка. Полегче. Против зеленых это вообще просто рай. Смотрите, Купидон. Кстати, Купидон мне нравится, только надо ему ремку поставить. А то что-то все очень. Так, повелитель бури против Бугимена. Говорю, Бугимена, Бигфута. Это, конечно, смешно, если... Нет, в принципе, тут не варианты. ББшка даже ничего не сделает. Вот так вот. Прошли мы дальше. 32-е. И поехали, 33-е. Добивать. Так, что тут у нас? У нас куча всего. Стартуем отсюда. Не вижу, кто там есть в углу. Вольт. Ой, ничего себе, тут у нас Фрейя даже есть. Ну да ладно, попробуем. Вот, кстати, на Фрейе неплохо будет сейчас зависать. Но это не точно. Надо все-таки будет брать свою Фрейю. Так, убираем Огника. Нафиг он нам тут нужен. Ставим Гаргула. Убираем Ару. Ставим Дрейка. Пробуем с зеленым смотрителем. И стартуем сразу с Фрейей. Чтобы по максимуму сейчас... Ну, неплохо, неплохо. Единственное, что Фрейя, я думаю, она там, в принципе, особо нам ничего не сделает. Вот вам с зеленым смотрителем, посмотрите, насколько проще все стало. Ну, плюс у нас есть Дрейк, точнее, был Дрейк. Дерево резнуло. Думаю, тут проблемы у нас тоже не будет с прохождением. Да ладно, кто там мы их так шатает? Вы чё? Офигеть. Остался один, ребята, Купидон. Купидон. Я не помню, что там у него рунами. Ожива, по-моему. Ну, сама суть, что мы это древнее тоже прошли без всяких проблем. Я не парился там, не знаю, сколько часов, как с зелеными смотрителями. Против зеленых, точнее. Ну, 33-е пройдено. Так, ну тут нам нужны светлые. У меня команда пустая вообще. Что за неподобство? Так, что у меня там на Купидоне висит хотя бы? Это я живу. Огонь просто. Так, тыковка. Ремка 5. Отлично, поехали. Видите, священный огонь. Просто самый топовый. Поехали, посмотрим хотя бы, что там у нас следующее будет. 34-е. Это тоже, по-моему, легкое. Тут на черепе можно свободно разогнаться, если не ошибаюсь, или нет. А, тут у нас уже некросы. Все, вспомни. Некросы, Анубисы тут нужно будет. Это тоже с заморочкой. Тут нужно будет Атлантика пробовать пускать. Потому что без Атланта мы тут Анубисов так просто не посливаем, если не ошибаюсь, да, где-то отсюда идет Атлант. Но я тут другим способом пробовал проходить.
уже завтра потрешуем, думаю. Вот так вот, пишите комменты, лайки, репостики. Наш твинк уже на 34-е перешел. Тут уже, наверное, 45-е попроходили. Да, есть тут уже куча народу, 45-е прошли. В общем, вот так вот. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.